Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Сегодня я нахожусь в Иерихоне, самом старом городе на Земле. Это город, где находится источник Илии. Это город, который захватил Иисус Навин. Недалеко отсюда Иисус исцелил Вартимея. Многие из наших друзей приехали сюда впервые. Я спросил их, кому здесь нравится, и все сказали, что им здесь нравится. Но лучшее еще впереди. Я прочитаю вам один стих. Этот стих показал мне мой друг Тодд. Там была одна фраза, на которую я никогда раньше не обращал внимания. Я поделюсь с вами словом «Нас ожидает церковь». Надеюсь, вы меня поймете. Вторая книга Царств, 12 глава, 7 и 8 стихи. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев. Обратите внимание, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, если этого для тебя мало, прибавил бы тебе». И вот эта фраза «еще больше». И вот как называется мое сегодняшнее слово. «Я иду за своим еще больше». Я хочу, чтобы наши темнокожие друзья мне помогли немного. Наши белые друзья говорят так, «Слава Богу, а за мной настоящая команда А». Помогите мне, пожалуйста, с проповедью, потому что нам нужна сегодня хорошая проповедь, прежде чем мы отсюда уедем. И это не просто учение. Мы чудесно проводим время. Я хочу поделиться с вами чем-то интересным. У меня была проповедь, которая называлась «Пять женщин в жизни Иисуса». Если вы посмотрите на генеалогию Иисуса, то вы увидите, что там написано. Такой-то родил такого-то. Но в генеалогии Иисуса мы видим нечто странное, потому что там упоминаются пять женщин. И каждая из этих женщин представляет разные виды женщин в завете с Господом. Пять разных видов, и вот они. Мы видим прежде всего Марию. Мария представляет собой женщин, которые всю жизнь ходили в церковь. Это благочестивые женщины. Мы также видим вторую женщину в генеалогии, которую звали Руфь. Руфь была представительницей другой страны. На самом деле евреи смотрели на нее свысока. Но она пришла из другой страны и обрела связь с Богом. Она представляет меньшинство, которое превратилось в сильных верующих. Далее идет Раав. Раав была из Иерихона. Она была проституткой. Но она поверила в истинного Бога. Раав представляет женщин, которые были потеряны во грехе, но обрели отношения с Господом. Четвертая женщина — Фомарь. Фомарь потеряла своих мужей. Она была очень обижена, потому что она должна была получить сына от Иуды, но тот отказался дать ей сына. Она представляет собой женщину, которая прошла через многое и стала жесткой. Это четвертый пример женщин, которые вступают в завет с Господом, и их жизнь меняется. Далее, пятый пример — это Версавия. Она интересна тем, что была израильтянкой, женой Веры, которая была в завете с Богом. Но она упала морально. Она представляет женщин, которые действительно любят Господа, но допускают ошибку в своей жизни. Так вот, теперь давайте поговорим о мужчинах. Я хочу спросить прежде всего у мужчин. С кем в Библии вы отождествляете себя? Вы когда-нибудь над этим задумывались? Моисей родился в рубашке. Сейчас вы поймете. Моисей родился в рубашке, и Бог использовал его. Но я не отождествляю себя с человеком, который берет палку, машет ею, и Красное море расходится. Я не отождествляю себя с человеком, который может помолиться, и с небес начнет падать манна. Это муж Божий, пророк. Я не отождествляю себя с ним. Также были и другие. Например, Илья. Он сказал молитву из 63 слов в нашей Библии и свел с небес огонь. Я никогда не делал этого. Я видел, как огонь Божий двигался через людей.
но это не был буквальный огонь. Я никогда не сводил огонь с небес. Эти мужи Божии, Илья и Елисей, видели огненные колесницы. Я спрашивал себя, с какими мужами Божьими я могу отождествить себя? И вот я дошел до человека, которого мы будем сейчас обсуждать. Зовут его Давид. Я верю, что каждый мужчина может отождествить себя с Давидом. И вот почему. Он был младшим в семье. Старшие братья смотрели на него свысока. Когда настало время помазать царя Израиля, его отец пригласил всех сыновей, за исключением Давида. Давид следил за овцами, в то время как другие сыновья стояли и надеялись стать следующим царем страны. Я понимаю Давида, потому что в юном возрасте он так любил Бога, что боролся с медведями и львами. Он ничего не боялся. Он не боялся выйти на бой с филистимлянами. Будучи подростком, он играл на арфе и своей игрой выгонял бесов из царя Саула. Он поднимался на горы, пел и танцевал там Богу. 15-16 лет и вплоть до 20 лет, до того, как я женился на своей прекрасной жене Пэм в 22 года, я был как Давид. Я писал песни, любил петь, поклоняться, молиться. Я понимаю Давида. Давид один из тех, с кем каждый из нас может сравнить или отождествить себя. А теперь давайте вернемся к одному случаю в жизни Давида, который говорит против него. Библия говорит много хорошего о Давиде. Библия говорит, что он был мужем по сердцу Божьему. Но, несмотря на это, он совершил прелюбодеяние с Версавией. Версавия забеременела, и Давид отправил ее мужа на гибель на поле брани, пытаясь скрыть то, что он сделал, свой грех. Если вы посмотрите на то, что Бог сказал ему, пророк Нафан приходит к Давиду и говорит ему. Я перефразирую это для вас, потому что мы читали об этом ранее. Бог говорит ему, «Я принял тебя в юном возрасте, потому что видел твое сердце. Я начал поднимать тебя, как царя над Иудеей. А затем я сделал тебя царем для всего Израиля. И не только это. Я дал тебе дворец, который принадлежал другому. И не только это. Все слуги царя не ушли, а стали твоими слугами». И Бог начинает говорить с ним о слугах и других вещах. Если бы Господь сказал нам, «Я поднял тебя, дал тебе семью, служение или бизнес, дал тебе 1000 работников», это как если бы Бог сказал сегодня кому-то успешному, «Я взял тебя из грязи и сделал важным человеком». Это человек вроде главы Google или Starbucks. Они начинали с чего-то маленького, а потом начали работать во всем мире. Бог говорит Давиду то же, что сегодня он сказал бы гендиректору большой компании. Он бы сказал примерно так. «Ты был никем, но я сделал тебя всемирно известным, а затем Бог говорит нечто странное. Он говорит, и если этого мало тебе, вот тут давайте остановимся. Если этого мало, представьте себе, что вы можете сказать, что Бог провел вас через все эти этапы. Но Бог говорит, если этого мало, то я дам тебе еще больше». И эта фраза смущает меня. Ведь когда я читаю о чем-то большем, то у меня возникает вопрос, о чем это говорит Бог? Он не сказал ему что-то конкретное. Если этого мало, то я подниму тебя на новый уровень. Если и этого мало, то я сделаю тебя еще лучшим царем. Если этого мало, то я сделаю из тебя еще лучшего правителя. Он не сказал этого. Он сказал еще больше. И я начал размышлять над тем, что же это за большее такое. Я начал смотреть на то, что хотел сделать Давид, и понял, что это за большее. Хотите узнать? Хорошо. Если посмотреть на жизнь Давида, то видно, что желание его сердца было не только в том, чтобы поклоняться Богу, но, как он сказал, «Я живу в доме из кедра, а Богу негде жить. Я хочу построить Богу дом». Если вы прочитаете книги Паралипоменон и все четыре книги царств, то увидите, что у Давида была колесница с херувимами.
У него был план для строительства храма. Он уже изложил этот план. Когда Давид начал участвовать в битвах, то не забирал добычу себе. На самом деле он складывал золото, серебро и драгоценные камни, зная, что однажды Бог позволит ему построить самый прекрасный храм в мире. Это очень интересно, и я сейчас расскажу вам эту историю. Пророк Нафан как-то пришел к Давиду, и Давид сказал: «Я хочу построить Богу дом». А Нафан сказал ему: «Делай, что на сердце твоем». И тут внезапно Господь является Нафану и говорит: «Тебе стоит сказать ему другое слово». Тогда Нафан говорит Давиду: «Знаешь, Бог не позволит тебе построить этот храм, потому что ты человек крови». Ты человек крови. Давид был воином. Давид убивал медведей и львов, но это было нормально. Но он нападал на целые народы. Бог сказал: «Я не хочу, чтобы человек крови построил Божий храм». Но давайте конкретно поговорим о том, что Бог знал в отношении Давида. Был невинный муж, невинный человек, которого Давид отправил на гибель в битве. Вопрос не был в том, чтобы разобраться с филистимлянами или амаликитянами, которые были язычниками, поклоняющимися идолам. Они могли растлить Израиль и отвернуть их от Бога. Бог не желал поклонения идолам и поэтому допускал разрушение их городов. Он делал это, чтобы страна не отвернулась от его заповедей. Враг понимал, что он не может проклясть Божий народ. Валак, царь Моавы и Едома, сказал Валааму: «Я хочу, чтобы ты пошел и проклял Израиль». Он пошел проклясть их, но не смог. Потом Валаам пошел вновь и снова не смог сделать этого. И в итоге он сказал: «Я не могу проклясть то, что благословил Господь». Да? «Я не хочу ходить в сторону, но придется». Люди, которые вступают в отношения с Богом, рожденные свыше и омытые в крови, часто говорят о том, что они находятся под родовым проклятием. И я хочу сказать, теперь, когда я покрыт кровью, Христос искупил меня от всякого проклятия. Это важно. Я верю, что иногда, не всегда, а иногда, люди имеют слабость, которую они используют как оправдание, чтобы сказать: «Ну, знаете, это родовое проклятие. Моя мама и мой папа поступали так. Мой папа крал деньги, и меня тоже поймали на краже. Я-то не виноват, это проклятие. Мой папа часто играл в азартные игры. Ну, и я тоже играю, что тут поделаешь? Это родовое проклятие». У меня есть новости для вас. Оставьте проклятие и перейдите к крови. Правда. Библия учит нас тому, что Иисус искупил нас от проклятия закона. Я хочу сказать, что не имеет значения, какой была ваша семья. Когда вы получаете кровь Иисуса, то происходит обновление. Вы получаете новые гены. Если кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло. Да, именно так. Старое прошло, а теперь все новое. Так давайте же вернемся к Давиду, а то я совсем отошел от темы. Итак, Давид хотел построить дом Божий. Это было Божие большее. Он сказал: «Если бы ты слушался меня и поступал правильно, то я дал бы тебе намного больше». Я хочу поговорить с вами о возможности недостижения славы Господней. В послании к Римлянам 3 главе, 23 стихе, мы читаем о том, что слава Божия — это полнота Его славы в нашем теле, душе и духе. Но мы также знаем нечто еще. У нас есть обетование Божие. Но эти обетования не активируют просто потому, что они есть в Библии. Вы можете взять чудесную Библию, положить себе на стол, полировать обложку каждый день, целовать ее трижды утром и вечером. Но если вы не откроете эту книгу и не узнаете, о чем она, то у вас будет лишь Библия.
лишь книга. Обетования Божии находятся в этой книге. Послание к евреям, 3 главе, 9 стихе, а также в 4 главе, 11 стихе говорится об Израиле и обетовании. Это обетование звучало так: «Я выведу вас из Египта и приведу в землю Авраам». Этому обетованию было 400 лет, когда Моисей вывел Израиля из Египта. Однако, когда они вошли в пустыню, они не ожидали подобного. Если вы читаете Библию, то знаете, что они думали, что будут идти по побережью. И за 2 недели дойдут до земли обетованной. Но они пришли туда и начали поклоняться тельцам. Почему они поклонялись глупому тельцу? Потому что у египтян было такое божество, которому они поклонялись. Это было божество процветания. Итак, они пришли в пустыню и начали поклоняться ложному богу, которому поклонялись египтяне, то есть язычники. Я часто говорю, Израиль вышел из Египта, но в них еще остались тельцы. Это правда, потому что они поклонялись золотому тельцу. Из-за их неверия, как сказано, они не могли войти в покой, в полноту обетования. И лишь следующее поколение, их дети, вошли в обетование, которое дал им Бог. Павел обращается к церкви, говоря такие слова: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого». И не только лукавого, но и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Люди поступают так, ставя свои традиции выше слова. А в Евангелии от Марка, 7 главе, 13 стихе, говорится о том, что люди ставят свои традиции выше Слова Божьего, тем самым делая Слово неэффективным. И вот смотрите, вы можете верить во спасение, но если вы не верите в исполнение Духом, то можете лишиться славы Божьей. Если вы верите во спасение, но не верите в исцеление, то можете умереть раньше времени. Если вы верите во спасение, но не верите в освобождение, то в вашей жизни может быть привычка, которая будет с вами долгое время, потому что вы не верите в то, что Бог может освободить вас от этой привычки. Если вы верите в спасение, но не верите в возвращение Иисуса, то знаете, что это означает? Я не хочу затрагивать эту тему, потому что я подниму такой вой, что он не утихнет. Вы не можете получить того, во что не верите. Вы не получите обетования, которые не принимаете. Если вы говорите всем, что не верите в пришествие Иисуса, то при звуке трубы вы никогда и никуда не отправитесь. Вы не получите обетования, если не верите в Него. Вот почему я говорю людям, вы можете и не верить во все то, что я говорю о пришествии Господа, но не смейтесь над этим. Просто скажите «Слава Богу», посмотрим, что из этого будет. Я доверяю Богу. Вам не нужно неверие. Неверие может лишить вашего большего. Чтобы показать вам, что у Бога есть большее для вас, ну, это ведь только Ветхий Завет. Нет. Об этом говорится и в Новом Завете. Надеюсь, вы готовы. Вы не готовы. Хорошо? Надеюсь, вы готовы. Все же. Итак, Иисус в Евангелии от Матфея, 6 главе, в стихах с 31 по 33, говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Вы готовы узнать, что на греческом означает слово «это»? Это слово «больше». Я позволю вам переварить это. Бог говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и я приложу еще больше вам». Осторожно. Я ощущаю, что радостный дух сошел на меня. Вот в чем дело.
Бог говорит еще больше. Так что же это за еще больше такое, чего я ищу? Мое больше — это то, что мне нужно для выполнения моей работы. Все, что мне нужно для исполнения воли Божьей и Его целей — это мое еще больше. Иногда мы тратим свое время на поиски большего, а не на поиски царства. Да, бывает. Вы не можете принять то, чего вам не давал Бог. И вот, что я хочу сказать вам теперь, друзья. Ищите прежде царство. А что это означает? В западной культуре это значит вот что. Когда нужно поклоняться в Божьем доме, то моя церковная семья приходит молиться. Мы собираемся и начинаем искать Бога. А когда нужно давать, но у вас мало, дайте хоть что-нибудь. Дайте то малое, что у вас есть, и покажите Богу, что вы доверяете Ему. Когда Господь говорит, чтобы вы сказали кому-то, то ваше свидетельство может изменить жизнь этого человека. Искать прежде царство, а значит ставить Господа на первое место и те вещи, которые Он говорит вам сделать. Он говорит, и все это приложится вам. Ну а в конце я хочу спросить вас, что вы хотите, чтобы Бог сделал в вашей жизни? Найдите это в Слове. Будьте послушны в том малом, что Он сказал вам, и тогда провозглашайте эти обетования. Я верю, что если вы будете держаться за обетование Божие, то верой и терпением вы наследуете эти обетования. А вот почему я говорю вам сегодня, настало время пойти за вашим большим. Слава Богу! Аллилуйя! Настало время пойти за вашим большим. Мы хотим предложить вам нечто, что поможет нам оставаться в эфире. Наши продукты доступны лишь в Северной Америке, поэтому смотрите и помогайте оставаться нам в эфире. Досмотрите нашу передачу до самого конца. Это был выпуск из Иерихона. Я обойду этот город еще раз, чтобы он упал. Я пошел. Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний и живут в депрессии. Другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему 7 из 10 христиан живут ограниченной жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасно сделать все правильно и что-то одно неправильно. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шимеи. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об ангеле, который упрекнул служителя за обсуждение давно прощенных грехов своей жены. Как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лжесвидетелями. Есть связь между прощением и возрастанием в вере. Еще одна важная глава — как простить в экстремальных случаях. Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. И, возможно, самая важная глава — когда Бог отменяет ваше будущее прощение. Вам нужно это знать. В книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время,
время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» и аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей» доступны за пожертвование в $35 или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F-134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Вы обязаны заказать предложение этого месяца «Опасная рыбалка в море забывчивости» и набор из двух дисков. Это одно из важнейших откровений на это время, которое вы должны услышать. Спасибо, что поддерживаете нас. Я хочу вкратце рассказать о своем расписании в марте. Я буду в Бомонте, Техас, в кафедральной церкви 6, 7 и 8 марта. Не пропустите это, если вы из Техаса. После этого я еду в церковь Его присутствия, что в Дафне, Алабама. Буду там 14 и 15 марта. Кроме того, вас ждет 2 Warrior Fest'а, на которые почти не осталось мест. Я также хочу сказать о том, что мест на пророческий саммит у уже нет. Если вы хотите попасть туда, то следите за сайтом, потому что кто-то может отменить бронирование. Я заметил нечто в последнее время. Я верю, что мы живем в такое время, когда Бог касается сердец людей. Мы живем во времена конца в последние дни. Я заметил, что появился новый интерес в присутствии Духа Святого, в Божьих прикосновениях. Даже на наших служениях по вторникам стало приходить на 100-200 человек больше. Люди приезжают к нам из соседних городов. Вы знаете, что в 20-м должно произойти множество пророческих событий. Этот год связан с двойным благословением, с эмблемой рук. Если вы слушаете наше учение на эту тему, то знаете, что все это связано с тем временем, когда Иаков благословил сыновей Иосифа. Но я хочу сказать вам, нечто происходит. Я верю, что в конце времен Евангелие будет проповедано по всему миру, и наступит конец. Кроме того, со всем этим произойдет излияние Духа, о котором говорится в книге Иоиля 2 главе. В Деяниях 2 главе «на сыновей и дочерей сойдет Дух». Дамы и господа, я верю, что мы вступаем в это время. Я верю, что в этот год все начнется. Отдельные люди в Америке видели стадионы, набитые молодыми людьми, поклоняющимися Богу. Нечто происходит. Я не хочу упустить это и не хочу, чтобы вы тоже упустили это. Я прошу вас молиться в согласии с нами. По четвергам на нашем сайте мы показываем наш молитвенный центр. Там работают люди, которые работали на американском идоле и ESPN. Они помогают нам со сценой. Наши люди будут стоять возле мониторов и читать ваши нужды. 150, а то и 200 человек будут молиться за вашу нужду. Помните, что наше служение базируется на посте и молитве. Служение моего отца и моего дяди Руфуса базировалось на посте и молитве. Я верю, что ответ на все, что нам нужно, можно найти только во славе Божией. Присоединяйтесь к нам на конференциях и на служении. Не забывайте про Южную Дакоту и Монтану. Регистрируйтесь, пожалуйста, заранее. Нам не терпится приехать на Запад и увидеть, что Бог приготовил для вас. Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи!